Добрый день, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас 19 сентября, и эксперимент по выращиванию перепелок с использованием муки из опарышей черной львинки продолжается. Сегодня хотелось бы первые результаты этого эксперимента озвучить, потому что результаты, в общем-то, положительные, поэтому давайте о них более подробно поговорим. Значит, что за это время произошло? Ну, во-первых, из экспериментального стадо, которое у нас было из 16 перепелят, 2 перепеленка ушли. Значит, один умер у нас своей смертью на следующий день, буквально после запуска эксперимента. И один перепеленок оказался недоразвитым. Тоже он через 2 дня, мы его убрали. Тогда на сегодняшний день, получается, осталось у нас 14 птиц по 7 штук в каждой группе. Значит, что у нас получается по результатам? Мы уже проводили одно взвешивание в 5 дней. Вот сегодня на 11 день провели второе взвешивание. Значит, по результатам в 5 дней. Средний вес перепелок, которые питались обычным комбикормом, получился у нас 23,9 грамма. И которые питались экспериментальным комбикормом, 24,1 грамма. То есть небольшое превышение по среднему весу уже, в принципе, было на 5 день. Дальше. Сегодня провели мы взвешивание на 11 день. Что у нас получается? Значит, средний вес перепелок, которые питались комбикормом, 69,9 грамма. Те, которые питались экспериментальным комбикормом с мукой, получается 72,6 грамма. То есть вес экспериментальных перепелок, он увеличивается быстрее. И разрыв между перепелками, которые питались обычным комбикормом, он, в общем-то, увеличивается. Дальше мы еще провели замер по количеству съеденного корма, потому что визуально комбикорма обычного они съедают больше, чем комбикорма, который содержит личинок. Вот, что у нас получилось? Значит, остаток комбикорма обыкновенного у нас 823 грамма. Остаток экспериментального комбикорма 898 грамм. То есть разница по комбикорму практически в 100 грамм получается. Конечно, есть там определенная погрешность в измерениях, потому что где-то выкидывался помет, где-то чистились кормушки. Вот. Но в ходе вот этого эксперимента я старался минимально выкидывать помет из кормушек, минимальное количество комбикорма, чтобы ушло. Поэтому можно сказать, что данный результат процентов на 80 он достоверен. То есть где-то процентов 7-8 разница между комбикормом с мукой и обычным комбикормом, она присутствует. То есть этого комбикорма перепелки едят меньше. Значит, что еще в результате эксперимента, вот, в принципе, удалось выяснить и что, в общем-то, очень понравилось. Значит, перепелки, которые питаются комбикормом с мукой из личинок, они более спокойные, у них более развито оперение, вот, они меньше дергаются, меньше бегают, в основном едят и спят. Вот. Что еще? Это состояние поилок и наличие воды. Как ни странно, но перепелки, которые питаются комбикормом с мукой, они меньше пьют, и поилки у них в более, скажем так, адекватном состоянии. Вода не мутнеет, грязи в поилках намного меньше. С чем это связано? Ну, наверное, с тем, что они все-таки едят немного меньше комбикорма, соответственно, им надо меньше пить. Вот такие результаты получились у нас за 11 дней. Результат продолжается. Я думаю, что он будет иметь положительный эффект. И уже мы будем дальше внедрять эту технологию в наше производство. Ну а о дальнейших результатах, я думаю, мы сообщим дней через 5. Всем пока, до новых встреч!